спасибо московским друзьям, снабдили специальные программы. Теперь могу отслеживать частотность упоминаний в электронных СМИ одесских политиков. Погрешности, разумеется, имеются. Но в целом складывается интересная картина. За квартал в десятке наиболее упоминаемых в средствах массовой информации чиновников прочно осел Валерий Дмитриевич Матковский, бывший мицовер в правительстве Бадалана и Костусева, вице-губернатор в областном кабинете Эдуарда Матвейчука. Бывали такие дни, что Валерий Дмитриевич мелькал на телеэкранах до 3-4 десятков на день. Такое впечатление, что он всегда и везде. Образ лепится крупными мазками. Главный штрих – хозяйственник. В этом лукавства нет. Это последний специалист в жилищно-коммунальной отрасли, если не считать ушедшего на пенсию Михаила Козырева, ставшего советником одесского мэра. Второй мазок – знающий свое место чиновник. В начале любого монолога идут слова – благодаря губернатору Одесской области Эдуарду Леонидовичу Матвейчуку, дальше в зависимости от темы. Веерные отключения в Одессе губернатор заставил привезти трансформатор, случайно затерявшийся где-то в глубинке региона. Борьба с ураганом. Уже в первые минуты стихии Эдуард Леонидович организовал штаб. Следовательно, понимает обыватель, человек четко разумеет, от кого зависит и кому обязан. Не выпячивает себя. Третий, самый главный штрих характера – скромный трудяга. Это не кое-кто, сидевший в момент буйства природы в ресторации. Человек сразу же по приказу главного стал ездить по французскому бульвару, несмотря на риск попасть под напряжение. Какие нам нужны, ликует народонаселение. Нужны, но, полагаю, Валерию Дмитриевичу не стоит обольщаться, ибо главный мотив его монологов – это руководящая роль собственного начальника, и тогда наблюдается возможная комбинация, которую загодя готовит власть в преддверии предстоящих через пару лет выборов. У возможных претендентов на мэрский пост нет такой команды, как у Эдуарда Матвейчука. А главное, нет такого однозначного президента, как сам Эдуард Леонидович. Он и культурой занимается. Сколько фестивалей проходят под его патронатом. Он и кризисный менеджер. Вот как сработал момент урагана. Он и специалиста выбирает таких, как Матковский. Умеет подбирать кадры. Впрочем, в случае благословения Киева на руководство областью в следующей каденции открывается дорога и для Валерия Дмитриевича. Спайка мэр-губернатор станет надежной, как никогда. Правда, останется секретом. А кто из этих двоих настоящий мэр? Да какая разница при нынешнем правовом беспределе касательно местного самоуправления? Главное, все и вся в одних руках. Вертикаль.